Мне тут очень все понравилось. Достаточно интересные реакции, яркие моменты. Это когда наши преподаватели, но они работают в медицинских учреждениях, и они нам рассказывали реальные случаи жизни, которые мне показались весьма забавными. Я даже в какой-то момент пожалела то, что я не иду на врача. Я сюда пришла вообще, не знаю, биологию, ну, на таком очень маленьком уровне. А сейчас достаточно прилично пишу всякие диагностические работы и все такое. А мой преподаватель Новикова Елена Александровна, она очень интересный человек, очень спокойный, выдержанный. То есть, если мы вот просто тупим, ничего не понимаем, она нам не поленится, еще раз объяснит.